Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в ХКР 2. Третий день, забираю 10 кристаллов. Бесплатный сундучок. Управление, амортизаторы. Так, это не надо мне. Уже достали со своим подключиться. Тяжеловоз ускоритель стартовый. Задание завершено. А, я еще в тот раз что ли не забрал? Крылья и амортизаторы. Так, проехать в горах приключения. Так, маневр, лес приключения. Слушай, давай вот это, наверное, поменяем. Блин, на хилл-климбе. Фабричный кубок. Так, ну что, поздороваемся. Так, неправильно. Привет. Отправляем. Сундук. Ну что, 108 тысяч, форсаж, защитная арматура и ускорители. И еще тут результаты. Так, подожди, результаты посмотрели. А награду я не увидел. Интересно. Ладно, шут с вами. Ну что, три этапа, друзья, меняем. Вид на рандомный какой-нибудь. Вот так вот сделаем. Ох ты, у нас у ХКР-ки, оказывается, цвета еще разные есть. Так, на чем поедем? Можно, кстати, попробовать. Стоп. Монетный ускоритель, вы говорили, да, прокачать? Прокачал. Думаешь, будет от этого толк какой-нибудь? Вот и я не знаю, будет ли. Посмотрим. Что у нас там? Арматура. Защита водителя от ударов. То есть мы дольше можем, может, я не знаю, там, не один, например, удар, а три или два выдержать. Наверное, в этом весь расчет. Ать, не хватает денег. Ну что, я попробую, ребята, проехаться на этой машинке на нашей. Ну давай ты, господи, этот. Он тоже, кстати, с монетным ускорителем. Но мы первые приехали. Да-да, я видел, что ролика. Вон, вон, впереди, который, видишь? Но у меня большая, огромная проблема именно с подъемами. У ролик таких нет проблем, ребят, на самом деле. Именно с подъемами в горку. А вот у моей машинки, к сожалению, есть. Как, чего там, повернуть флаг? Какой должен там еще повернуть флаг? Да. Ой, тихо ты. Ну все, меня еще и этот, блин, обгоняет там, смотрю. Ладно, в любом случае, ребят, первое место мы взяли. Взяли. Взял мой чувак в ободранной рубашке. Так, видео снимаешь? Конечно, конечно, ребят. Не просто же так пришел. Песок в купальнике, ну здесь, понятное дело. Тут даже не обсуждается. Песок в купальнике, проходим на нашей ролике. Обделался, да? По жидкарю, согласись. Твою налево, блин, смотрю на эту машину, думал, это я там еду. Трындец, ребят. Ну что, я могу сказать тебе смело. Обделался я тут, хуже не придумаешь. Лучше бы я взял багги для этой трассы.
Было бы, наверное, больше толку все-таки. Давай, трейчик, ну ё-моё, машина еле едет, блин. Я не буду там слишком далеко и высоко лететь. Опа. Да, вот тут вот аккуратность очень, кстати, мне хорошо помогла. Я не стал там до небес подлетать. Я брал по минималке скорость. Я понял, ребята, мы же убрали... У нас ни приземления идеального нету, ничего, да? Мотоцикл, иди в задницу, а. Давай, 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 пролетай, yeah! Слушай, и мы еще первое место взяли здесь. Большой воздушный кубок. Но если большой воздушный кубок, я думаю, что, наверное, нам здесь крылья не помешают. Это что у нас там? Это ККМ-ка, собственно, персона. Ребят, вот как вот снял с колес вот это сцепление. Что-то моя машина так вяленько едет, если честно. Я думаю, что ты видишь, да? Как она раньше у меня газовала и как она сейчас. Смотри, даже на старте. А, я же эту штуку взял. Езда на заднем колесе же, точно. Точно, точно, точно. Это мне выгодно, получается, ехать на заднем колесе, потому что от этого идет у меня ускорение. Давай посмотрим. Иди ты. Блин, все равно взял. Взял, ребята, он первое место. 30 тысяч кубков у нас впереди, а это значит, что там, скорее всего, будет, ребята, босс. Мне кажется, я этот месяц, этот сезон не закончу, потому что уже 20 число. А, ты видел, да? Сейчас разобьемся, нет, нормально. А, ты видел сколько? 30 тысяч кубков мы сегодня возьмем, а еще 20-ку нужно взять. Не получится, наверное. Блин, не знаю, я, наверное, уберу крылья. Ребят, не знаю, что-то как где-то хорошо помогает, где-то вообще еле едет тачка. Раньше у меня не было проблем с первыми местами. Сейчас все. Вот это вот что? Пока мы приземлимся, нас уже обгоняют тут все, кому не лень. И вот эти вот удары жестокий об крышу. Точнее, потолок, блин, об крышу. И этого ускорения у нас нету. Короче, ты понял, да? Давай, 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 возьми хоть здесь первое место. Так, 6 очков. Первым приехал. Забытое шоссе. Дай-ка я, наверное, все-таки верну все, как у нас было раньше. Убираем эти крылья, вот это все убираем. Возвращаем. Так. И вот так. Проверим, насколько круче. Скоростной меня хочет ушатать, прикинь. Да, это было немножко глупо. А это еще кто там? Кто? Ты откуда такой высрался, а? Парень.
Я не понял, откуда он вообще здесь взялся. В нашей, так сказать, эпопее. Фига они тут, жуки, позвоняют себе, чего? Да, это была классная, жесткая битва. Фига, откуда ты, хмыреныш, выполз, прикинь? И едет, наяривает. Рычка такого не прощает. Фига, первое место чуть ли из-под носа прям не утащили у меня. Как я могу на это спокойно смотреть? А, давай, Рей, есть. Отщедрючил, словно чучу, да? А как иначе-то? А как иначе, скажи мне на милость? Так, Мотик, разобьись. Разобьись, разбейся. В последнее время что-то слова коверкаем. Нормально, здесь я спокоен. Блин, ну тут точно будет босяцкий. Во-первых, у нас очень длинная трасса. А когда длинная трасса, всегда босс. И к тому же круглая, как бы, хотел сказать, дата. Круглое число кубков, 30. Будет мне сегодня мозг выносить босяцкий. Но я сегодня вряд ли буду, конечно, с ним долго тютюкаться. С первого раза, если не пройду, уже перенесем на следующую серию. Так, сундучок открываем. Зимние шины, ускоритель, фляг. Зимние шины, так, амортизаторы, ускоритель приземления. Ну что, туннели? Давай, 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 Рей. Слава богу, ты не обделался. Ну, очень затяжной был, конечно, прыжок у тебя. Очень затяжной. Это кто такой-то? Спаси, какой спаси? Это я помню. Ребята, тут нужен разгончик. Чего он себе возомнил? Я не пойму, а? А! Чутка, ладно. Хрен с тобой, сейчас попробуем его. Упс. Ёпрсты. Ну это чисто фарт, ребят. Так, сюда, сюда, сюда залетаем. Тьфу ты, не там сдох, так здесь отдуплился. Ё-моё. А, ребята, да. Захандрил. Хандра меня посетила. Грусть, печаль. Слушай, уйди отсюда, а? По-хорошему. Достал же в корень. Лезет, как говорится, да? Не в свою очередь. Опа! Как тебе такой трюк? Это называется трюк Рея. Блин, ну я все равно второе место, ребят, занимаю. Голожопый чмо какой-то тут выиграл. Так, ну что, весенний город. Поехали. Ну что это, твою ж налево, блин, ну... Какой-то вшивый баги нас делает, эй. Такого быть просто не должно быть, по приори, ребят. Нет, ты посмотри, а. Баги там лезет, лезет и лезет. Четыре гонки. Эти четыре гонки будут очень жесткими, потому что... Что спорткар, что баги что-то тут... Смотрю, выделываются очень сильно. Почему баги... У него крылья... Нет у баги никакого крылья. Почему же он тогда так подлетает здоровски? Так, ролейка, вали нафиг, а? Какая-то прицепилась там сзади. Швонька. Видишь, да? Беленькая. Все. Гладиаторы рулят. Быть по-другому не может. Кобеза. Шмандреза, ё-моё.
Слушай, отвали, а. Хлыщеныш. Набираешь скорость, типа, да? А вот так тебе. Хо-хо, не хо-хо. Сосунки. Шпарим. Эта игра делает из меня злобного человека какого-то. Я столько ругани уже тут на всех выложил. Это помнишь, как в свое время в Shadow Fight играли, ё-моё, там трындец, что происходило со мной. Что, опять баги тут лезет? Баги, разбейся нафиг. И не мешай мне. Колоссально. Так, ну что, приближаемся. Миля в пустыне. Я, наверное, милю в пустыне поеду. А давай попробуем на этой тачке. Мне говорит, не жм... Ё-моё. Ё-парасы-ты. Ты сейчас серьезно вот это вот все? Похоже, тут серьезнее некуда. Ну, обделался, друзья. Что я могу сделать? Вот оно, да? Суперускорение, про которое вы мне говорили. Заехал. Фига мы тут. Да что такое впереди едет, я не могу понять. За навозный жук. Какой-то ерундой я начал страдать, по-моему, ребят. Хотя, что тут, одна гонка всего лишь? Я ее с достоинством прошел. Я понял. Друзья, когда долго жмешь вперед, потом нажимаешь назад, там супер такое ускорение. Но его нужно накопить, что довольно нелегко. Так, подводка. Подводное царство. Давай попробуем, наверное, на этой тачке проехаться. Наверное, не самый лучший вариант, конечно, пробовать мне на ней. Так, твою налево, чё я... Почему я подумал, что здесь... Да, тут, конечно, я немножко... оплошал. Давай-давай, потихоньку-потихоньку-потихоньку. Есть. Ну, пойдем поверху, посмотрим, что у нас тут ждет. Она ждет нифига хорошего. Труба, ты где? Твой Марио едет, блин. Куда он только едет, непонятно. Так, тихо-тихо-тихо-тихо. Фух. Без защиты я остался, ребят. Но зато в пузыре. И приехал первым. Фух. Неожиданно для меня. Райская бухта. Райская бухта. Блин, ну тут, тут, конечно, бы крылья, наверное, не помешали мы. Эть. Да черт с ними, с этими крыльями. Поехали. Так, лихачок немножко там потерял преимущество. Скажу тебе так, прямо. Какие-то камушки тут еще, ты видел? Опа, почти идеально приземлились. Правильно, по лодочке прокатиться надо. Давай, опа. И здесь то же самое. Оп, нормально. За счет вот этого небольшого идеального приземления мы даем себе немножко скорости, что, соответственно, нам упрощает въезд вот в эти вот горочки.
Все, первое место. Это моя шахта. Почему-то здесь мало вот именно фабрики. Мне почему-то захотелось вот на фабрике покататься побольше. Давай, Рэй, жми педальку газу до отказа, как говорится. Тут вот не надо было делать. И туда, в бездну, в никуда, короче, полетел. Еще и шею себе сломал там. Так, давай без приключений сегодня. Без вот этих твоих танцоров. Кто там у нас? А там у нас вертушка. Она меня хотела обогнать. Хе-хе, не тут-то было. Что-то там кочеврыжилось, но по итогу ничего не получилось. И так будет с каждым, верно, ребят? Блин, глупо. Глупо было врезаться. Опять этот ветродуй шпарит сзади, смотри. Опа. Было бы обидно, если бы я прям перед финишем бы чувачку шею бы свернул. Вот бы я тут психовал бы. Но, слава богу, обошлось. Так, детали, 5 штук. Каких? Это на танк усиленные. Он, привет, Рэй. Прив. Так, что я хотел дальше? Тут сбили меня. Столичный кубок. Слушай, ну столичный кубок. Давай попробуем на ККМ-ке. Знаю, что ты хочешь сказать. Почему ты рано нажимаешь? Ребят, если я не буду нажимать, если я не буду нажимать на торможение, у меня перевернет машину. Я думаю, ты и так это прекрасно видишь. Что машину просто поднимает. И тут невозможно не нажать на тормоз. Все равно к этой машине нужно привыкать. Вот. Нифига она. Она бумкнула. Просто такой взрыв. И из воды вылетела. Мост слишком далеко, пишут нам. Но для нас же это не проблема, да, друзья? Что такое мост слишком далеко? Это фигня полная. Закидывает тачку, ребят, не могу. Это что сейчас такое было? Чего? Да. Дираб какой-то выиграл. Из-за того, что просто я встрял там вот ни туда, ни сюда не мог двинуться. На горный кубок. Так хочется сказать, на горный кубок, на горный Карабах. Поехали. Ох, здесь я уже понял, я бы здесь очень бы хорошо колесики бы. Тут и колесики. Какие колесики? Ну ты понял, о чем я имею в виду. Крылышки, конечно, колесики. Колесики везде бы хорошо пригодились бы. На любой трассе. Опа, и финиш уже. То есть вообще ни одному чувачку не дал шанса здесь. Давай в таком же духе дальше сделаем. И все у нас будет чики-пуки. Да-да-да, ребят. О, все. Все, обделался. Обделался, но не я. Каптайн, каптайн какой-то. Все равно я первый.
Наверное, где-то вот здесь у нас будет Босяцкий, скорее всего. Воскресный чемпион. Я, пожалуй, на воскресном чемпионе проеду. Вот на этой, на спорткаре. Да-да-да-да-да, это великая проблема. Но, тем не менее, обогнали мы вертушку, которая там до усрачки хотела меня обогнать, ничего у нее не вышло. Да что? Что это? Сейчас было, блин. Вот так вот ты не могла ехать сразу изначально. Вот надо было каждую кочку пересчитать ему, блин. Бойня. Так, стоп. А могли бы вполне запрыгнуть. Ладно. Чутка перебдел, так сказать. Че, вертушечка, не получилось там у тебя, смотрю, да? Ой. Есть. А первое место у меня. Первое место. Подожди. И у нас еще, оказывается, гонка. Радостно, тут первое место у меня. В данный момент я соревнуюсь именно с вертушкой, насколько я понимаю. Вот это бесява. Вот это вот бесяви не придумаешь, блин. Все. Доигрался, блин. Третье место. Выпендрец. Хотел как лучше, ребята, а получилось как всегда. Ехал бы на этой машине, вообще бы никому бы шансов не было бы. Супердизелек, кстати, надо бы вывести из гаража, как ты думаешь? Давно мы на нем не форсили. Упс. Ну, ролика есть ролика, что тут говорить. Это вне конкуренции. Эта машинка вне конкуренции. Так, крокодиловы ушлепки. Да-да-да-да-да, лучше вот так вот проехаться. Чувак там вылетел из-под воды. Как бешеный. Я что-то не понял. Это что за фрукт? Что за фрукт тут еще, а? Скажи-ка мне на милость. С монетным ускорителем все дела там шпарит. Он, наверное, просто не знаком с рейчиком. Я думал, что, наверное, он легенда всех дорог. На самом деле, легенда всех проигрышных чуваков. Опа. Комфортиш. Оп. Нормально, нормально, нормально. Вот кактус эти... Это вот нехорошо. Так, этот кактус мы пролетели. Беда. Беда то, что я приехал третьим. Просто беда. Мы просто убрали две первые буквы от слова «по». Должна была быть победа, а стала беда. Жуйте пыль, ушлепки. Я прихожу в форму, кажется. Да ё-моё, ну чутка река только стоит немножко где-то там подзадержаться, уже сзади сидит там. Едет, блин. Посейдон, иди посиди дома, а. Ты нервируешь меня.
Как мы хорошо там пробустились. Мало того, что меню ускорения было, да? Да еще и эта турбинка сработала. Четко, четко. Ой, приступайте к развлечениям. Вот сейчас нас тут развлекут по полной программе. Смотри, 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 смотри. Я не хочу туда. Там плохо кормят. Спасибо. Ту-ду-ту-ту-ду-ту-ду-ту. Такая музыка еще веселая. Ну что, первое место за мной. В первой гонке. Теперь давай посмотрим, что у нас внутри будет происходить. Какой здесь будет ждать коллапс. Так, я не хочу, ребята, ускоряться здесь. Бессмысленно, так сказать. Не врежься. Че там ККМ-ка-то выпендривается, я не могу понять. Едет она там, понимаешь ли. Без дверей, без крыши, без всего. Пупок еще не дорос. Еще молоко на губах не обсохло, да, ребят? Вот это я сейчас бы... Сейчас бы я сам тут молочку, по-моему, пил бы. Классно, вот это было хорошо. Вот это было идеально, я тебе скажу. Полет не очень большой, прям тютелька в тютельку залетел. Вот, а вот здесь, к сожалению, нет. Но этого и достаточно, чтобы занять первое место. Чувак там летит. Вылетает летун. Друзья мои, пещера ледяного огня. Крылья. Крылья здесь надо брать. Верно же? По-моему, здесь надо брать крылья. Это мы убираем. Это ставим. Колеса. Тут же лед. Лед. Поэтому колеса нам пригодятся. Гроссмейстер. Ну, где ветер? Вот он. Вопрос. Ребят, вопрос. Какого хрена он улетел? У него не было крыльев, он подле... А где он вообще? Я его даже и не вижу здесь. Вон он. Ты посмотри, у него ничего нету. У него вообще ничего нету. Как он... Да ну, ребят. Он без крыльев залетел так же легко, как я с крыльями. Какого хрена? Так не должно быть вообще. Конечно, тут проиграл. Что он там? С идеальным приземлением? Да и чё? Ой-ой-ой-ой, как мы далеко отъехали. Ладно, убираем эти паршивые крылья. Да. Ладно, еще заходочку попробую сделать. Я тебе говорю, он меня вообще на этой трассе босяцки сделал, как будто я не знаю. Хотя на нем я ничего не видел там. Что-нибудь такого. Как их, какой-нибудь там монетный ускоритель или еще что-нибудь. Такого просто не было. И он выиграл. И он просто взял и выиграл. И ехал как сумасшедший. С самого начала почему он так бустанулся, а? У него что был там, ракетный этот ускоритель или как его звать? Фиг ли тут уже. Ну давай ты хотя бы до этого-то доедь. Видишь, они тут все одно место рвут. Так, особо не газуем. Нормально. Фух. Замечательно. И первое место во второй гонке у нас. Продолжаем. Подводочка же. Подводка.
все, короче. Ушатали мне малину, одним словом, здесь всю. Еду еще четвертым. Третьим. Ладно. Блин, то ж сколько мне тут надо? День гонок. Погнали. Надеюсь. Блин, ну тут мотоцикл, конечно. Ать! Катастрофа для меня, вот эти вот возвышения. А мотоцикл-то не отступает. Нормально. День гонок мы сделали. Блин, все-таки меня этот басецкий гроссмайстер, или как он там, просто меня взбесил, если честно. О, да. Давай, врежься еще, правильно, а че? Че б тебе не врезаться-то? Мы как эти, как ракета взмыли просто вверх. Ай-яй-яй-яй-яй. Третьим. Наверное, из-за того, что мы, ребята, взлетели в воздух и в этот момент потеряли преимущество, все. Мне почему-то так кажется. Ну, а самое, конечно, вот это противное, это вот эти самые подъемы. Второе место. Второе место я занял. Иди ты нафиг. Поехали. Блин, хотел же эту взять. Супер дизель погонять. Я дождусь когда-нибудь монетного ускорителя на нашу ролейку. Мы уже играем фиг знает сколько. Ни разу она мне не выпала. Я бы монетный ускоритель бы взял бы с удовольствием на нее. Ну и естественно прокачанный. Обычно мне как бы не особо нужен. Замечательно. Вот тут ты хорошо сделал. Ну? Нету еще пока босса. Вот после этой гонки он появится. Нифига ты. Пацан, успокойся. Шпарит он там мне на своем форсаже. Кури бамбук. В постойке смирно. Так вот здесь беда. Форсажник этот хренов. На! Выхлопуху нюхай. Вот так вот. Че, еще одна гонка? Твою налево. Упс. Че-то я не понял, что она там. Слушай, дядя, иди летай в другом месте, и кар фигов. Нет, нет. Как так-то? Ладно, в любом случае первое место. Ну что? Была не была, друзья мои, гроссмейстер. Ты сейчас вот издеваешься, да?
Ребят, да ничего у него нету. Как он может меня обгонять, блин? Да, он несчастный, блин. Хе-хе-хе. Думаешь, это мне на руку сыграло? Ну, в принципе, слушай, здесь, да. Фу, так-с. Ребят, последняя гонка. Последняя гонка. Нам нужно и выиграть. Ай-яй-яй-яй-яй, тихо. Тебе не кажется, что у него слишком часто форсаж срабатывает? Пипец, короче, ребят. И опять все заново. Ладно, друзья, будем на сегодня закругляться. В следующей серии попробуем все-таки его победить. Покатайся на багере. Да с пилюлей. Пилюлей, пилюлей точно, блин. Откуда ты знаешь? Что босс меня победил. Да, босса не осилил. Так, ну что, друзья, на этой ноте, как бы она идиотская не была, я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков.